Так, всем привет, добрый вечер. Меня зовут Николай, я инженер радиосвязи. Я работаю в компании, которая занимается пассивными компонентами связи. Вот, и одна из моих задач, я нахожу новые технологии, новые аппликации, куда бы моя компания могла внедрить свои компоненты. Вот, и тем самым я путешествую по Европе и нахожу разные такие интересные проекты, разные новые инновации, грубо говоря. Вот. Одна из таких вот инноваций, можете себе представить на секунду, какой-нибудь фантастический фильм, в котором герой садится в машину, он говорит направление движения, просто садится, ну, по ходу фильма он обычно стреляет или еще что-то делает из машины. Вот. Ну, тем самым можно как бы сидеть и, например, работать на компьютере или даже просто спать. Вот. Это было когда-то в фантастических фильмах. Теперь мы поговорим о том, как машины могут разговаривать. В ноябре 2016 года Ассоциация транспортного движения Америки и Европы приняла такой закон, что выделила частоту, мы поговорим об этом, частоту, для того, чтобы машины могли разговаривать друг с другом. Тем самым они могут передавать информацию друг другу о местоположении, движении, пробках на дорогах и так далее. То есть машины могут общаться друг с другом. Для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы в случае, как говорится, emergency type of network, то есть для того, чтобы в экстренных случаях связаться с машиной, то есть если что-то произошло на дороге. Цели. Для чего это все было сделано? Для чего это новый проект этот был создан? Он был создан для того, чтобы снизить количество аварий на дороге, количество жертв на дорогах. Можем увидеть здесь внизу статистика, которая была приведена за прошлый год. Огромное количество велосипедистов, пешеходов, пассажиров, водителей погибают на дорогах. Чаще всего это человеческий фактор. Вот, вот поэтому создана данная система, чтобы как можно меньше снизить этот человеческий фактор. Также как бы одна из целей, которая преследуется, это для того, чтобы снизить количество пробок на дорогах. Потому что, как вы знаете, в огромных мегаполисах час добираешься, когда можно пройтись даже пешком 20 минут на машине. Вот. И данная система, она сможет снизить количество пробок, она сможет по-другому распределить движение. Тем самым мы загрязнение окружающей среды можем снизить естественным образом. Одна из, например, задач – это также легко найти парковку в любом городе. Мы знаем, что в том же Мюнхене очень тяжело найти парковку. Данная система, она знает, где каждая машина находится, машины разговаривают. Вот. Тем самым мы можем очень быстро найти парковку, также снижает количество загрязняемой среды. Далее. Итак, данная система. Сейчас поговорим о том, как работает данная система. Она создает одна из важных моментов – это радар. Мы поговорим о радаре. Наглядный пример. Ну, наши спонсоры любезно предоставили нам мячик. Спасибо, спасибо нашим спонсорам. Замечательный мячик. Вот, мы попытаемся наглядно продемонстрировать, что такое радар. Как вас зовут? Григорий. Григорий, мы ловим мячик, бросаем не обратно. Давайте возьмем девочку. Как вас зовут? Маша. Маша, ловим мячик, бросаем не назад. Так работает радар. То есть, грубо говоря, я посылаю в разные направления волны, радиоволны. Вот, я могу даже крутиться в 360 градусов. Вот, если, например, Григорий словил мячик, он его бросил назад. И Маша словила мячик, она бросила его назад. Значит, я знаю, что Маша находится там, а Григорий находится там. Все очень просто из уроков физики. Мы знаем, что расстояние до Григория и до Маши измеряется как скорость я знаю, полета мяча, и времени. Время я могу засечь. Ну, естественно, разделить пополам, потому что расстояние мне нужно не только туда, мне нужно, чтобы только полрасстояние. Вот. Но если я, например, мячик бросил в сторону, мячик ко мне не вернулся, тем самым там ничего нет. Так работает радар. Он намного быстрее может сканировать вокруг нашей машины, он может сканировать пространство и может определять какие-то цели. Если он это делает достаточно быстро, он может следить за передвижением любого транспортного средства, пешехода, велосипедиста. То есть я знаю, Маша там, Гриша там, вокруг меня больше ничего нет. Если они сидят, то все, я спокоен. Если они двигаются, я могу начинать нервничать. Вот. Так, это мы поговорили о радаре. Теперь мы поговорим о частоте. Что такое частота? Я немножко попытаюсь объяснить. Весь наш мир состоит из электромагнитных радиоволн. Вот. Это спектр волн. Он начинается от нуля и заканчивается гамма, дельта. Вы, наверное, слышали такое излучение. Вот. Человек видит всего лишь очень маленький спектр всего этого дела. От
от фиолетового до красного. То есть инфракрасный мы уже не видим, ультрафиолет мы тоже уже не видим. Почему это удобно? Потому что мы можем использовать эти волны для связи. Например, мы слушаем радио. Радио — это огромные большие волны. Вот мы пытаемся начертить наглядно. Например, это стена. Что такое радио? Это огромные волны, которые измеряются в мегагерцах. Вот. Что такое частота? Имеется в виду, например, сколько раз данная волна ударяется о стену. Ну, это технически такое просто удобное объяснение. Чем больше волна, тем частота ниже. Чем меньше волна, тем, естественно, частота намного выше. Вот такая, например, волна. Особенности данного случая, что если большие волны, мы можем меньше передавать информации. То есть радио мы можем только слушать. Например, телевидение — это уже намного меньше волны. У телефона это вообще микроволны. Для чего это сделано? Потому что мы можем видеть стрим-видео, можем посылать картинки, можем фотографировать. Все это мы можем делать онлайн. Значит, чем меньше частота, тем больше информации. Чем выше частота, тем больше информации. Чем меньше частота, имеется в виду, тем волны будут больше, но они могут распространяться на очень далекие расстояния. То есть радиоволны, они могут распространяться до соседнего государства и дальше. В каждой машине будет установлен компьютер. В каждой машине уже есть компьютер, который будет собирать всю эту информацию, все ее будет обрабатывать. Почему это сделано? Потому что в среднем по статистике человек реагирует примерно 1,5 секунды на любое какое-то происходящее вокруг него событие. То есть кто-то, кто реагирует намного быстрее, есть кто-то реагирует намного медленнее. Все это 1,5 секунды. Примерно статистика. То есть если машина летит по автобану 200 км в час, то за 1,5 секунды она около 100 метров пролетит. За 100 метров может произойти все, что угодно. Поэтому мы пользуемся компьютером, он может думать быстрее, он может анализировать ситуацию намного быстрее. Он собирает информацию не только от радара, что происходит вокруг, он также еще разговаривает с другими машинами, и они ему говорят, где мы находимся. Как это примерно происходит? Все очень просто из уроков, грубо говоря, тоже физики. Мы знаем, что движение происходит в пространстве, в двухмерном пространстве. Да? То есть это или корабли, или машины, или люди. Мы в двухмерном пространстве. То есть, если, например, есть вектор движения мой, я знаю свою скорость заданную, я могу начертить вектор. Я знаю через секунду, через две, если она не меняется, я знаю, где я буду находиться. Если рядом со мной находится другая машина, мы с ней разговариваем, она мне говорит, смотри, я двигаюсь в данном направлении. Мне это неинтересно. То есть как только она двигается куда-то в другом направлении, мне это совсем неинтересно. Но если, например, происходит такое, что он двигается параллельно, параллельные прямые никогда не пересекаются, по крайней мере, пока я еду на работу. Вот. И данный момент, когда может быть опасно, когда он движется в моем направлении. Когда через, например, секунду вот этот вектор окажется здесь, я окажусь туда дальше. То есть есть возможность столкновения. Я этого могу не видеть, потому что я человек. Я смотрю вперед, я хищник. Я вот наблюдаю, что происходит впереди. У меня есть зеркала, я могу им пользоваться. Но в данном случае я могу и не видеть. Для этого есть компьютер, он мне говорит, смотри, что-то приближается, он мне может просигналить, он мне может предупредить, что что-то происходит, и я могу среагировать заранее, перед тем, как вообще случится авария. Данная система, она делает векторное движение, она все время измеряет, кто находится вокруг. Еще одно из положительных таких моментов, она может мерить линии. Мы знаем, что есть всегда разметка на дороге, что у нас есть обочина, грубо говоря, с одной и с другой стороны, и у нас есть полоса, разделительная полоса. Давно уже существуют такие системы, которые они постоянно следят за тем, как мы двигаемся на дороге. То есть если мы осознанно делаем какой-либо поворот, например, полосы в полосу или, например, просто в кювет, если такое может произойти. Если мы это делаем осознанно, с поворотом, она ничего нам не скажет. Если мы это делаем неосознанно, она нам предупредит. Смотри, ты поворачиваешь, ты смещаешься, ты создаешь опасность на дороге. Далее. Давайте поговорим немножко о данной системе. Мы говорили о частоте. Значит, в ноябре 2016 году Ассоциация, Американская ассоциация, Европейская ассоциация создали, открыли целую частоту. Почему я именно обращаю ваше внимание на 5.9 ГГц? Все в нашем мире стоит деньги.
как бы любая частота, она чем-то занята. То есть пускай это будет радио, телевидение или те же компании мобильной связи. Компании мобильной связи, богатые компании, они все время стараются покупать какие-то разные частоты. Для чего? Для того, чтобы как можно больше людей подключать. Как можно больше людей, чтобы имели смартфоны. Как можно больше информации можно было через них передавать, тоже видео на YouTube и так далее. Поэтому каждая такая частота, она имеет свою цену. Они выделили данную частоту, чтобы машины могли разговаривать. Есть еще некоторые частоты, конечно же, которые не выделили для этого. Но мы об этом поговорим немножко позже. Я еще хотел показать вам пятое поколение телефонов. Вот, я немножко затрону эту тему. Данная система также будет работать и для пятого поколения телефонов. Ну, запомнили, да? Я вам потом покажу, почему. Почему пятого поколения телефонов? Потому что это часть глобального подключения, а глобальное подключение вы увидите через рекламную паузу. Я шучу. Вот. Данная система по технически она работает на 300 метров. Считается, что это достаточно, чтобы машины разговаривали на расстоянии 300 метров. Все остальное нас не интересует. За это время мы можем сделать все, что нам надо сделать. Один еще из ключевых моментов – это PKI, Public Key Encryption. Это кодирование. То есть очень важно, чтобы наши сигналы, когда машины разговаривали, они были закодированы. Потому что до сих пор машины принимали только информацию извне. Когда машина начинает разговаривать с другими машинами, когда она начинает посылать сигналы, я могу представиться как другая любая машина. То есть я, например, хакер, я хочу сделать, например, какой-нибудь глобальный катаклизм или еще что-то в этом роде. Я могу остановить все машины, что-то в этом роде, я могу подключиться. Это очень важный момент. Огромные корпорации тратят колоссальные деньги на то, чтобы закодировать данный сигнал, чтобы никто, только машины могли общаться в этом. На данный момент работает слабо, на данный момент это ахиллесова пята данной системы. Вот. Но я думаю, что в дальнейшем будет улучшено. Итак, глобальное подключение. Связь между машинами – это одна из четырех глобальных вообще вещей, которые собирается сделать данная система. Собираются, помните, я вам говорил про пятое поколение телефонов? Так вот, машина не будет также разговаривать и с телефоном, разговаривать. Она просто знает, мы все знаем, что смартфон есть у каждого человека, он лежит в кармане, он есть у велосипедиста. Смартфоны сами не двигаются в воздухе, то есть, скорее всего, человек передвигается, ну или велосипедист. Тем самым машина будет определять, где находятся пешеходы, где находятся велосипедисты, и будет нас предупреждать, что вот, например, пересекает дорогу или пытается нас подрезать. Как вы знаете, не все велосипедисты не знают правил ППДД, да? Поэтому иногда случаются очень часто аварии с велосипедистами. Будет также подключение к связи, к глобальному интернету. Оттуда она будет черпать информацию о положении на дорогах. Также к инфраструктуре. Это будет полиция, пожарные. Это будет также туда подключена перекрестки, то есть будет регулировка перекрестков. Если будет видно, что создается пробка, значит, например, больше перекрестки будут пропускать машин или будут распределять дальше. Ну и машины будут друг с другом разговаривать. Это английское название, аналога пока что нету на русском языке Ванет, потому что, ну, может быть, в России еще и не делают как бы разработку в данном направлении, но я пока не видел. Вот, как мы уже говорили про четыре системы, я только хотел сказать пару слов, что данная система, она не заменяет человека в машине, она помогает человеку избежать аварию. Что имеется в виду, наверное, сразу спросите, да, вот уже устанавливают. Да, уже вот в 2020 году у них будет релиз данной системы, они будут устанавливать в каждую машину, вот, каждую новую машину, то есть старой машины не будет. То есть если машинки разговаривают друг с другом, нам же хорошо, то есть они нас предупредят. Если машины не разговаривают, значит, мы надеемся только сами на себя. Но я надеюсь, в какой-то момент старые машины выйдут из обихода и будут только новые машины с новой связью. Ну и функционал данной системы. Как примерно она будет работать? Она будет работать таким образом, что будет или какой-то визуальный сигнал, то есть он нам заморгает, мы сместились с полосы, мы сместились влево или вправо, что что-то происходит. Или, например, у каждого водителя знает, что есть мертвая зона у каждой машины, и мы можем не наблюдать, но в данном, например, случае оно будет показывать, что осторожно, там что-то есть, там есть машина, не смещайся. Или звуковой сигнал, естественным образом. Будет, конечно же, звуковой сигнал. Будет три этапа.
Три этапа, два этапа. Из них первый этап – это, конечно, как я сказал, звуковой и видеосигнал, то есть что-то нас предупредит. Второй этап – насчет тормозов. Это все зависит от того, смогут ли они хорошо закодировать сигнал. Если они его не смогут хорошо закодировать, второй этап не будет работать. Вот, как я уже объяснил, почему можно остановить тупо все движение на дорогах. Неприятно, нехорошо, нам нехорошо. Вот, поэтому второй шаг будет сделан намного позже. Ну и напоследок хотел вам рассказать о последних системах. Очень интересно, я вот разговаривал с одной компанией, да, с одними инженерами. Они делают такие разные системы, очень интересные. Все вот это тянет за собой огромную вереницу разных аппликаций. То есть это работа для огромных корпораций или маленьких компаний. Вот я разговаривал с разработчиками очень интересной системы. Они в зеркала вставляют видеокамеры. И вот видеокамера постоянно наблюдает за человеческими глазами. То есть обычно, когда мы едем, мы сконцентрированы на дороге, мы даже меньше моргаем. Когда человек начинает засыпать, он начинает больше моргать. Иногда бывает даже, что он засыпает на одну секунду, на две секунды. Данная система это заметит, сразу же сигнал, сразу же начнет нас как-то будить. Да, можно и так тоже, да. Ну. А вот насчет вот так вот, да, вот я сейчас тоже расскажу. А другие как раз вот они соревнуются, да, вот два отдела. А второе отдел, они делают руль, да, с датчиком сердцебиения. Все мы знаем, что когда человек начинает засыпать, то у него давление начинает падать. Ну вот он так сидит, говорит, я вот не знаю, как будить человека, может электрошок? Я говорю, слушай, электрошок классная идея, я говорю, ну а если у него там стоит какой-нибудь там прибор сердечный? Он говорит, ну ничего страшного, зато спасем человеку жизнь. Вот, я сказал, ну с электрошоком, конечно, хорошая шутка, но мы, надо еще подумать. Вот, так что добро пожаловать в будущее.